Это шапка. Что может быть интересного в обычном головном уборе, спросите вы? В обычном ничего, но это, возможно, самая необычная штука, которая была в моих руках. Не любить зиму можно как минимум по одной причине. Приходится отказываться от наушников. Они не влезают под шапку, примерзают к ушам и разряжаются на морозе за считанные минуты. И вот эта шапка со встроенными наушниками от компании Crez решает все эти проблемы. Досматривайте видео до конца, сейчас не просто расскажу все, что нужно знать об этом необычном гаджете, но и подарю одну из вас, мои уважаемые подписчики, конкретно вот эту черную. Специально ради этого не одевала на свою голову, чтобы вам достался именно новенький гаджет. Продаются шапки в двух цветах, синим и черным. В комплекте с каждой идет руководство пользователя и кабель для зарядки. Да, теперь придется заряжать еще и шапку. Вот это поворот! Внешне выглядит неплохо, сшиты добротно, никаких торчащих ниток и криво прошитых швов. Нет посторонних запахов и раздражения при длительном ношении. Материалы изготовления 50 на 50 акрил и полиэстер, подкладка из флиса. За 2 недели тестов не появилось раздражения, да и волосы остались на месте. Если вы привыкли носить шапки, то дискомфорта никакого не будет. По ощущениям, это обычная шапка с уплотнениями возле ушей, правда. Внешне от простых представителей жанра можно отличить только из-за пульта управления с правой стороны. 3 кнопки отвечают за переключение треков и громкости, включение, ответ и сброс входящего вызова, а также вызов голосового ассистента. Индикатор и голосовые подсказки тоже никуда не делись. Конструктивно все довольно просто. Наушники соединены между собой проводом, скрытым от посторонних глаз. Их легко можно вытащить и, например, постирать шапку. Заряжается все это дело через microUSB, батарея на 100 мАч. Полностью восполняется за 1 час, а разряжается в течение 5 часов, если слушать музыку на средней громкости. Подключается шапка к телефону по Bluetooth 4.1, никаких хитросплетений нет, способ взаимодействия как и с любыми другими наушниками. Связь стабильная, никаких заиканий и прочего за все время тестов не наблюдалось. Конечно же, по шапке, как бы это странно ни звучало, можно разговаривать. Микрофон на удивление неплох, обычно TVS-наушники просто ужасны в этом плане. Тут же собеседники не жаловались и на фразу «я разговариваю по шапке» реагировали каждый раз по-разному. Вы же собеседника будете слышать в основном правым ухом, почему-то левое при разговоре слышно слабее. Самое главное в наушниках – это звук, и его качеством я остался доволен. Возможно, потому что ожидал получить что-то, ну, прям совсем ужасное. Для своей цены играют неплохо, но слабые низы и средняя шумоизоляция не всем придутся по душе. Тем не менее, конструктивно это оправдано. Громкость нормальная, в помещении ставил немного выше среднего уровня, а вот на улице уже приходилось выкручивать на полный максимум. При этом окружающие почти не услышат, что вы там слушаете. Немаловажная характеристика – рассинхрон звука с видео, и на удивление, с этим все шикарно. Можно нормально смотреть видео и играть в игры. Звук идет ровно с губами говорящего или с шагами нападающего. Цена этого девайса 999 рублей, и это на самом деле шок-цена. По уровню звука наушники можно оценить примерно в 1200 рублей, а сама шапка стоит около 500. Итого получается не слабая экономия, скажу вам, 700 рублей. Но вряд ли вы станете пользоваться шапкой с наушниками в помещении, да и как только потеплеет, скорее всего, вы ее тоже перестанете одевать. Тем не менее, если вы много времени проводите на улице, если вы занимаетесь спортом в зимнее время, например, бегаете по улице, или, например, ваш ребенок отказывается носить обычные шапки, то это неплохая альтернатива. Ну а теперь конкурс. Все максимально просто. Подписаться на канал или уже быть подписанным, поставить лайк этому видео, написать как можно больше комментариев, потому что выбор победителя будет именно по комменту. Так что чем больше вы их напишите, тем больше у вас шансов. Напишите 1000, у вас 100 раз больше шансов. Так что немного потрудитесь, чтобы реально получить эту шапку. Более подробную информацию касательно конкурса ищите в описании, там же будут и подробные технические характеристики самих шапок. Я же на этом не прощаюсь, впереди вас ждет пара интересных видосов.